Всем привет, ребят, солнечного дня, и сегодня мы будем играть в Shadow Fight 2. Вот я уже тут на Титане. Вот. Так. А нас тут невозможно. Значит, давай играть здесь. В этом бою противник повышенная защита, достигнет стиля Брантау. Используя только удары ногами, чтобы победить. Ну, окей, бой. Так, посмотрим, что здесь у нас. Падальщик. Как всегда, у меня только ноги. А, и у него... Так, ай. Это было довольно больно. Я справлюсь. Парта. Парта. Ну и сказала, что даже меня не можешь победить. Я уже не говорю, то, что ты там будешь что-нибудь делать красивое. Я не думаю, то, что он такой смельчак. И он зря ввязался. Нет. О, хорошо, что у меня зачаровалка сработала. Так. Ай, это мой удар. Раз, два. Ты, блин, вообще. Брата, давай как-нибудь договоримся, короче, смотри. Я, короче, выигрываю, а ты проигрываешь тоже в следующий раз, короче. Окей, договорились? Нет? Окей, ты сам себе только хуже сделал. А, неплохой удар. Или все-таки плохой. В любом случае, мы выиграли. Всегда вооружен. Окей. Так, окей. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Легко, так. Противник регенерирует, нужно уклоняться от магии. Это уж как. Теперь понятно. Опять этот падальщик. Вот, кстати, когда какая у меня оруха. Ой. Регенерирует бам-бам. Воранду. Ой. Ран-мутанг. Рух. 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 Перфект. Да. Это, конечно, было слишком легко. Для того, чтобы я выиграл. Так, теперь стреляем. О, это было легко. Даже я скажу. О, спасибо. Мой ударчик. О, все. Че, опять на перфект. Справимся. Давай. На. Блин. Вот бы еще капельку. Yes, перфект. Два раза перфект. Кстати, мы уже скоро дойдем до нового уровня. И сейчас мы посмотрим, сколько до него осталось. Так. Еще чуть-чуть. Где-то около, по-моему, 3 раз. Да, около 3 раз там. Плюс-минус. Окей, в бой. И у меня, по-моему, уже будет максимальный уровень, да. И тогда это будет очень слишком, очень, ну, прям вот очень хорошо. Ладно, короче. Давайте-ка посмотрим. Ну, эти руки, конечно же, не самые крутые. Но нормальные. Давай. Раз, два, три. Давай еще раз. Ой.
Ай. Плоховато дела, плоховато. Опа. Просто... О, мой любимый. Фирменный. О, сейчас я вам еще и как раз эмалью покажу. Ну, она такая же, как и у всех таких читеров. Ну, почти. Ну, короче, сами смотрите. Если, конечно, получится. Получилось. Е-у! Она так нормально сносит. Теперь я понял, почему они именно это выбирают. Потому что он так нормально сносит. Да. Где-то около еще 2 раз нужно поиграть. И это очень хорошо. Так, давайте посмотрим, на что же они способны. Так. Или да. Только мины врага нет магии метательного оружия. Что? Падальщик. Магии метательного оружия. И что здесь такого? Ну вообще. А какие там мины говорят? Ладно, какая разница. О, но у него только эти орухи, поэтому будет захват. А, у меня мины. Господи Иисус, зачем мне эти мины? Окей, смотрите. Вот моя сторона. Красава. Все. Так, так, так. Магии, наверное, нам не дадут. Это очень жалко, конечно. Хотелось бы ее бы тут бы использовать. Не понимаю, почему пишут нормально. Все равно легко. Может, он сносит там супер-пупер круто. Ну, давай, вступай. Окей. Это, давай, становись. Раз, два, три. Красава. Люблю эти мини. Давай еще раз. Наступай. Красава. И под конец еще. Все, так, еще один раз. И у нас будет новый левел. Уровень, левер. Ох, раз легко. О, да, нам еще один раз. Без блоков поражение при падении. Че? Я могу блокировать удары. Ну, блин, серьезно. Опять падальщик. Он же, если честно, надоел. И что, я сейчас упаду? Ох, ёшки. Вот эта руха, на самом деле, она тоже так нормально сносит. О, да. О, давай. О, красава, пока. Вжу. Нет, пожалуйста, нет. О, все, у меня новый левел. Я что-то думал, тут 2 этих. Потом посмотрел. Повелитель теней. Yes. Все, так, давай, давай, быстрее, быстрее. Не люблю эти медленные моменты. Так. Давайте-ка посмотрим, на что же есть максимальный уровень. Неплохо. Да, блин, неплохо. Вообще неплохо. Так, теперь, чтобы не выбрать. Выберите умение. Может, давай вот такое, а это у нас будет максимальный уровень. И теперь мои любимые руки. Ну, как любимые. Так. Так, кстати, я вам даже покажу зачаровалки, которые я использую. Это мне зачаровалка никуда не годится. Потому что я не этой пользуюсь. О, крутой шлемик. Неплохой такой. Потом сейчас я зачаровать. Так.
Сейчас мы на бомбочке эти. Я вот так вот на бомбочке, на бомбочке, на бомбочке. Где мои бомбочки, где мои бомбочки? Вот, отмена. Так, теперь давайте, это у нас вот такой будет рецепт. Так, не этот, не этот, не этот, вот этот. И еще одну. И тогда мы можем там проходить всяких плохих чуваков. Все. Макс. Уровень. Ой. Так. Ага, так. Что я жмакнул? А. Нет, спасибо. Так. Посмотрим, что же здесь. Что же здесь. Легко, сложно. Мы сейчас это проверим. Насколько это сложно. Можно почти, кстати, на Титане. И это очень меня волнует, потому что, я думаю, вы все видели Титана. А поскольку я такой неопытный игрок, конечно, но я все-таки хорошо играю. И все равно это самое. Последний. Неплохой удар, знаете. Для меня это даже очень неплохой удар. Ой, так. Так эпично можно было бы еще, блин, промазать. Так, вжу. О, красиво. И еще один разочек. Yes. Perfect. Да, perfect. Я, конечно, не думаю, то, что сейчас будет тут перфект. Ну, если вам понравится это видео, то поставь лайк. Кстати, я... Ай! Я думаю, меня уже ударил. Так, кстати, я должен попробовать все удары. Я не знаю, я думал, это как у дубинок, а верхний. Ну, верхний как у дубинок, а нижний. Я вот нижний интересный. А, такой же. А такой какой удар. О, неплохой. Очень неплохой. Ну да, здесь орухи вообще. Ну, блин. О, давай. Да красивый. Красивый какой. О, yes. Походу я его сейчас выиграю. Yes, yes. Так, давайте-ка посмотрим. Так, неплохо так. Опыта заработал, но он мне просто теперь не нужен, просто. Угу. Так, о, сейчас... Так, мы сейчас попробуем вот этот. И скоро я уже, кстати, буду на Титане. Но вот он наш титанчик почти. Это типа его главный заместитель. Император. Ну да, неплохой такой. Я знаю его. У него такой еще лук. Да. Неплохой лук. Так, император. Блин. А у меня вообще ничего не нанес. Так мало. Я думала, он сейчас там мне такое нанесет. А, у него тоже хорошая защитная лака, слушайте. Я бы хотел бы такую себе. Кстати, у меня такая есть же. Так, давай, ударяй. Красава. Ай, а это было больно. Ванс, ой. Нет, только не магия, блин. Магия, они уже свои надоели. Тем более такой еще магии. Красава. Красава. Спасибо, что промазал. Да, yes. Первый раунд мы затащили с вами вместе, между прочим. Так, посмотрим, что сейчас будет. Так, сейчас мы магию используем. Блин. Только зря потратил. Ну, ладно. Мы попытались что-то сделать этой магией, но, к сожалению, ничего. Без
Ой. Да блин. Вот она. Зачаровал косовая. Так, походу он уже разозлился. И я тоже, потому что я не хочу, чтобы он выиграл. Нет, нет, блин. Хо, хорошо, что у меня зачаровалка сработала. Спасибо, все, моей зачаровалочке. О, давай. Красава. Ай, это было больновато. Вжу-жух. Как это фигово. Вжу-ой. Блин, это было близко. И, блин. Я думаю, уже затащили. Ну, он без оруха вообще бессилен. Давай, давай, добей же его. Да, блин, что я вот на самом волнительном моменте? Yes! Мне даже планшет подпрыгнул. Так, а вот это уже, кстати, довольненько интересненько. Я сейчас попробую на Титане сходить, потому что многим это, конечно же, интересно. На Титане. Ну, я думаю, на это видео мы сможем. Я слышу вас, господа. А, еще нужно Мэй пройти. Ну, мы, конечно же, попробуем Мэй. И освободить ее, конечно же. Кстати, по-моему, у нее такие орухи. Ну да, неплохо такие орухи, неплохие. Интересно, сколько она нам будет... А, не, мне кажется, это будет вообще легко. Походу, да. Да, тут мои легко. Для кого это сложно, вы просто... так она еще и когти. Окей. Беру свои слова обратно. Она нормальненько... А это неплохой такой ударчик. И я хочу ее выиграть. Она еще и не видела мой плюс. Так, я ее вообще бы, наверное, не победил. Так она бы еще и невидимая. Так это вообще... Ай! Да блин. Да блин. Окей, магия. Блин. Ага, вот она где. Наша Мэюшка. Блин. Это... О! Давай, давай. Да блин. Первый раунд мы не затащили, но я думаю, то, что второй мы затащим. Кстати, я тоже хотела бы себе такую магию. Или это, по-моему, не магия. Ну, это что-то. Ай! А это было больно востенько. Ай. Давай. Мы должны хотя бы Мэй сегодня победить. Хороший удар довольно. Блин, только нет. Я не люблю, когда они вот так вот делают. Давай. Молодец. Блин. Yes. И еще плюс магию давайте. О, вообще красиво. Слышь, вот опять это не моя самая нелюбимая. Давай, мы хотя бы это должны -то зато есть. Так, у нас решающий. Так, так, так. Решающий. Ой, давай, давай. А, это было больно. Что? Ну что я такие зачароваки? Ну, блин, вообще тут самое умное. На тебе.
Мне кажется, или мы ее сейчас вы... Мы ей не должны дать вот эту вот магию сделать. Ой, я по-моему, она что-то хотела сделать. И это что-то было очень коварно. Так, только не исчезай. О, хороший довольно удар. Пока. Давай. Ты должен это сделать. Просто обязан. Тень, давай. Как можно, блин, свою подругу? Нет, блин. Это было довольно близко. Давай. Нет, пожалуйста. О, спасибо, маги. Давай. Блин, что она такая крепкая? Yes. Фух, это было так волнительно. Знаете, вот для меня это было волнительно. Спасение. Ну, мы же спасли Мэй. И это, по-моему, меня же сейчас спасли, я думаю. Я думаю, то, что да, мы спасли. Так. Нет, что происходит? Где я? Как я здесь оказалась? Так. Давайте ради интересно. Я просто хочу вам показать, если кто еще не видел. Кто такой вообще титан? Господи. Вот он этот титан. Ну я уже с ним не выиграю, но я, кстати, попытаюсь. И если я выиграю, то. Ну да, он, конечно, огромный. Я сейчас реально, он огромный. Если честно... Не, я ему, конечно, много сношу. Сейчас мы посмотрим, сколько он нам еще будет сносить. Против такого огромного... О, мне кажется, это вообще будет невозможно. О, да. Он сильный, на самом деле. Ладно. Это схватка титана. Так, титана. Ладно. Это было довольно-таки... Прикуай. Интересно, его можно перекинуть? Похоже, нельзя. Ладно, ну, как понятно, уже я его не выиграю. Но если вам понравился этот видеоролик, то поставьте лайк. И подписывайтесь на канал. А я сейчас попробую его победить. Я сейчас выключать камеру не буду, конечно же. Нет. Давай, да, о! Ладно, всем пока.